Урок 10. Функция Point Center. При создании нового объекта или группы объектов происходит фиксация опорной точки. Чаще всего она помещается в геометрический центр габаритного контейнера, объекта или группы, хотя и может быть переопределена в соответствии с необходимостью. Инструменты для управления Pivot Point опорными точками находятся в списке Adjust Pivot – настройка опорных точек, расположенном в панели инструментов иерархия. Включение видимости опорной точки объекта производится кнопкой Affect Pivot Only – работать только с опорной точкой, после чего в видовом окне появится тройка утолщенных разноцветных векторов осей локальной системы координат объекта. Трансформации, перемещения и поворота, производимые с объектом в этом режиме, будут влиять только на опорную точку, не затрагивая при этом сам объект. Кнопки группы Alignment – ориентация – дают возможность выровнять опорную точку по центру при помощи команды Center to Object, а также ориентировать по объекту с помощью Align to Object и ориентировать по мировым осям при помощи Align to World. Сброс опорной точки в исходное, зафиксированное при создании положение, осуществляется кнопкой Reset – сброс.